Программу по информированию населения о важности сохранения репродуктивного здоровья предлагают внедрить казахстанские врачи. Акушер-гинекологи и урологи считают, что рассказывать об этом нужно со школьной скамьи. При этом важно изменить подходы и методы подачи информации. Другими словами, заинтересовать будущих отцов и матерей в сохранении здоровья. Более того, не все казахстанцы знают о выделяемых квотах для проведения ЭКО. В прошлом году их получили больше 6 тысяч казахстанских семей. Наши врачи выезжают в отдаленные районы. И вы знаете, мы пишем объявление, что мы проконсультируем всех, у кого нет детей. Приходят и говорят, а мы вообще не слышали, что, оказывается, можно с помощью ВРТ там, да, забеременеть. То есть информация, информированность населения низкая. И вот наша задача, да, первое, сохранить репродуктивный потенциал, сохранить репродуктивное здоровье, а те, у кого не получается, помочь и довести до каждого, что сейчас такие репродуктивные технологии, что мы можем дать здорового ребенка нашей стране.